Друзья, перед началом видео я вас очень прошу подписаться на мой инстаграм-аккаунт. Ссылочка в описании, перейдите, там видео регулярно, истории каждый день. Про лайк у каждого нового подписчика, и я вам обещаю, вы не пожалеете. Ссылка в описании, переходите, для вас 2 секунды, а мне очень приятно и тепло на душе. Вот это да, спотец. Вот рожки. Прикольно, но там она подлиннее идет, а здесь... Тут нужно будет прям, понял, прыгать и сразу вкатывать. Что будет? А это что, не поломано? Так это машины. Так это что, мы поломали, что ли? Это не для велосипедов, я вам еще раз говорю. Вы взрослый человек. Как мы сломаем? Вы взрослый человек. Ну и что? Плитка отскакивает и все рассыпется. От колес она не отскакивает. Вы Да мы все равно, кстати, здесь кататься будем. Нас уже прогнали с перила. Давайте. Ну вот вы, давайте реально, на сотку можем поспорить. Что именно? Ты что меня снимаешь? Умный, что ли? Имеет полное право. Да ты что? Да, прикинь. А кататься тут имеешь полное право? Да, имею. Вот объясните. Вот объясните. На каких основаниях? На тех, что это общественное место. А если ты мне ребенка собьешь, я тебе... Тогда уже по случаю посмотрим. Тогда по случаю. Бери свою камеру и чешите отсюда. Знаете, сейчас опять контент мне на 4 миллиона сделаем. Лет так на 15. Опустится, уже тебе пусть не волнуйся, понимаешь? Потом его бать приедет, вам может оторвет. Я сейчас говорю про 15, но такого ублюдка, как тебя, больше не будет. А это почему он ублюдок так? Ну, да. Реально. Дети. А почему он ублюдок? Потому что. Ну почему? Может, ты что, спортом занимаешься? Русским языком, это не для велосипеда. А не то, что... Да мы что-то делаем, мы просто стоим, в чем вопрос? У меня же ребенок дорогу перебегал, ну. Он чуть не снес. Его машина так даже сбить может. Так это двор. А вы знаете, что такое дворовая территория? Дворовая территория, знаешь, что такое? По подошве? Дворовая территория, знаешь, что такое? Знаю. Там на чем можно ездить во дворе? Ты сейчас на проезжей части стоишь. Ну ты что, это дворовая территория. Да и вы тоже. Мы можем на себе ездить или на проезжей. Короче, разрешено все, что не запрещено, так что... Это же запрещено. Ты хочешь со мной попадаться? Да мы ничего не хотим, все, мы катаемся, вы спокойно тут чилуете. А вы мне угрожаете? Да он ничего не сделает, его видим. Я тебе еще раз говорю, у меня сейчас ребенок переходил дорогу. Хорошо, так надо следить за ребенком, наверное. Вы взрослый человек. Это двор вообще-то, да. Понимаешь? И он ребенок. Он ребенок. Ребенок на опустил. И вот ребенок стоит. А вы мне матом вообще-то орете. Вы в курсе, что это закон запрещено? Просто. Даже не скользим. Просто катаемся по бордюру. Ну просто кто ребенок, а кто взрослый наезжает на ребенка, я не считаю, что это правильно. Потому что вы не правы. Это не для велосипеда. Ну давайте мы вызовем правоохранительные органы, они скажут. Убери свою камеру, пока ее не разбила. Вы понимаете, тут ситуация такая, что мы куда ни приедем, нам везде выходят и говорят, валите нафиг отсюда, вообще не катайте, все. Ну вы-то взрослый человек, но вы понимаете, что это не для велосипеда. Так это для велосипеда нет. Мы-то тут при чем? Так и мы тут ни при чем. Вы хотите разрушить тут около... Мы не хотим ничего разрушить. Никто ничего ломать не собирает. Все, короче, пофиг на эти рамсы, я хочу покататься. Здесь крутой спот с подкатами. Ничего не испортит. Тут машина, которая чистит снег, проезжает, она вот ломается. Вы как будто не знаете, ковшом они цепляют, все, половины нет. Это не для велосипеда. Да это и не для автомобилей, и не для того, чтобы на этом стоять. Это вообще-то бордюр, не для чего. Чтобы не разъехался, здесь тротуар. Понятно. Видите, хорошо, не разъедется, мы его не ломаем. Видите, нет. Да. Я строитель. С той стороны все разрушили. Теперь с хорош. Этой стороны так она ломается. Может от времени разрушить? Ну конечно. Да мы первый раз тут. Первый раз мы сюда приехали. И тут никто не катал. Бабка Токсик прогнала нас, но мы приедем туда через 10 минут. Покатаемся тут еще. Вот этот вот, вот этот вот под этим, под плиткой. Со сломанным позвоночником. Так и что, один, он может тоже хочет полетать. Вы рядышком хотите. Ну какая ребят? Разница? Вас ну, просто по-хорошему просят. Совсем без царя в голове. Блин. Да мы в отрожку вызову, эту вашу ехали. Милиция. Полиция. Полиция. Извините, полиция. Но они же все культурные, все знают. Какие же они культурные, господи. Хорошо. Ладно, пацаны, поехали пивка хоть попьем. Ребят, идите вот пивка, попейте. А, да, лучше пиво попить. Ну, болото здесь, конечно, страшное. Здесь страшно то, что вот это болото. Это просто глина, Диман.
Вот, вот это звук. И вот он всосет, мне кажется. Не, Димам, вот здесь прям реально глина такая. Зыбучие пески. Давай. Блять. Ох, вот там прям такой шмэк. А как тут проезжать стоит? Типа вот так вот. Да, и вот там, Димас, сходишь. Вот это спорт. Ух. Вот ее чуть повыше сделать. Понял? На пару блоков. Прям по осколку. Нифига себе. Я заснял, кстати. Нормально, я сейчас повторю. Ебать. Я не думал, что так сразу полетит. Да, ребят, спот просто бомбический. Я не знал, что такое в Воронеже есть вообще. Резко так контент для влога появился. Стекла здесь офигеть сколько. Чё, здесь ничего особенного, кстати. Только мы ехали в горочку, Диман. Точнее, с горочки, а теперь в горочку. Йоу! Хорош! Балдеж. Красивый кадр. Дима, я вообще не знал, что такое есть в Воронеже. Я знал, просто мы просто не поехали сюда. Мы, конечно, мы сюда не поехали. Давай, скатывай. Давай, страшно. Если боишься, не бойся. Просто быстро ногу ставь и все, и на уверен. Хорош. Че там, Диман? Ой. Фейки. Что хочу сказать. Покатались мы круто. Уже стемнело. Мы поснимали в Instagram, в USB. На влог времени не осталось, поэтому сейчас пару трючков для вас заснял, немного покатали так от первого лица, и в принципе больше делать нечего, уезжаем отсюда нафиг, тут еще пробка лютая. Ну короче, все, давайте. Кто-то потерял, ребят, координат не будет, но я думаю, вы найдете это место. Я вам оставляю аукс, кто хочет, забирайте. Вперед, ты со мной? Ой!
Все, уезжаем. Скин. Скинхед. Поехали домой.